Валентин Литвинчук – основатель и кроссфит-тренер спортивного клуба «Дог». Свою спортивную карьеру начал в раннем детстве на борцовском ковре. Валентин – чемпион первых европейских игр по борьбе на поясах «Алыш», мастер спорта по греко-римской борьбе, друг известного украинского борца Жана Беленюка, победитель и призер всеукраинских и международных турниров по кроссфит, серебряный призер международного турнира по кроссфиту «Битва наций». В 22 года Валентину из-за травмы коленных суставов рекомендовали завязать со спортом. Закончив борцовскую карьеру из-за многочисленных травм, Валентин решил стать профессиональным тренером тогда еще абсолютно нового в Украине спортивного явления – кроссфит. Вместе с единомышленниками 2 года назад открыл в Киеве первый фитнес-клуб, который получил официальную кроссфит-сертификацию. Больше всего в жизни тренер дорожит рождением дочери, которой, по примеру родителей, с раннего детства прививают любовь к спорту.